Приветствую, друзья! Результат использования корсета для исправления осанки с AliExpress. Начал его использовать с начала июня, сейчас уже начало ноября. Поносил первые две недели, почувствовал, что осанка уже исправляется, и забросил. Но все быстро вернулось на круги своя. Похватился, что начинаю сутулиться. Напомню, как она работает. Надели эту вот сбрую. Если начали сутулиться, то эти лямки начинают тянуть, и очень вам так неудобно, неуютно. А вот если вы выпрямитесь, тогда вы себя чувствуете комфортно. Таким образом тренируется мышечная память держать спину прямо. В августе спохватился опять. Поносил две недели, и забросил. В октябре уже взялся конкретно. По сегодняшний день ношу месяц. Осанка стала чуть лучше, но часто бывают прогибы. Мышцы спины устают и начинают прогибаться. Поэтому очень хорошо параллельно их подкачивать. Напомню, как носить его. Надели и носим не более получаса. Как минимум один раз в день. Можно и чаще. Но делать после получасовой носки перерыв на 2-3 часа. Параллельно подкачиваем мышцы спины. Еще в конструкцию корсета есть несколько вшитых магнитов. Они улучшают кровообращение и снимают боли. Если честно, я этого эффекта не почувствовал. Да и в официальной медицине этот терапевтический эффект не подтвержден. Но и не опровергнут. Кто знает про это лучше, не сочтите за труд, отпишитесь в комментариях. Что у нас в итоге? Стоит ли таким корсетом пробовать исправлять осанку? Да, осанка постепенно исправляется. Но надо носить регулярно и не забрасывать, как это делал я. Так что можете пробовать таким корсетом исправлять осанку, тем более он стоит недорого, около $7. Удачи! Ссылку, где найти этот корсет на AliExpress, я оставлю в описании под видео.